2,5 місяці тому, 1 лютого 2017 року, ви пообіцяли подати до суду на голову Нацбанку Гонтареву у зв'язку з її нелегітимним призначенням та незаконними діями. Скажіть, будь ласка, яким чином там зараз всі ці справи відбуваються в суді? І які підстави були для цього позову? У мене кілька звернень було в НАБУ в отношении именно того, что выводили 37 миллиардов, выведено гривен из банковской системы, это тех средств, которые давали на рефинансирование без участия руководства Национального банка, это сделать было невозможно. В отношении суда, да, действительно, Гонтарева была призначена абсолютно нелегитимно, у нее не было 10 лет срока. Более того, она не подала главную... Так вы хотите, чтобы был? Что? Вы хотите, чтобы был? 15. Нет, я хочу, чтобы руководитель Национального банка назначался в соответствии с Конституцией, чтобы он имел опыт, чтобы у него была репутация, безусловная репутация, чтобы он был независимый. І Гонтарева якраз не сам. Пане Сергію, а можна питання? Це було злосне нарушення. Більше того, в соответствии з законом по противодействию коррупции у нее є конфлікт інтересів. З ней ICU і банк «Авангард» до сьогоднішнього дня не рассчитался, в том числе как и с Рожковой, которая является акционером платинового банка. Это означает, что есть прямой конфликт интереса. И в соответствии с законодательством она должна нести уже криминальную ответственность. Я подал в суд. Пока первую инстанцию, естественно, отказала. Мы подали во вторую инстанцию. Я понимаю, что идет давление со стороны банковской. Но я так понимаю, что сейчас, коль Гонтарева сама написала заявление, этот вопрос уже с точки зрения суда исчерпан. Ні, зачекайте, а от уявіть, ви виграли цю справу. Які наслідки? Наслідки необхідно відмінити постановлення парламенту о назначенні Гонтаревої. Все? Ну, да, только это, естественно. Так. Ну, естественно, также вопрос в отношении закона о противодействии коррупции, там есть прямая статья, потому что она не заполнила декларации задолженность третьих лиц. И там как раз, учитывая, что с ней еще не рассчитался ICU и не рассчитался банк «Авангард», это означает, что она должна была показать задолженность, которую должны ей заплатить в течение предстоящих трех лет. Она этого не сделала. Это прямое нарушение. Но сейчас очень много открыто уголовных дел и в прокуратуре, и в НАБУ, и в полиции по многим фактам злоупотреблений в Национальном банке Украины. И... Дуже коротке питання і дуже коротка відповідь, пане Сергію. Ви себе бачили в кріслі голови НБУ? Ні, звісно. Там має бути тільки професіонал, має бути патріот і має мати... А ви не відповідаєте цим критеріям чи що? И нет, конечно, я никогда не был банкиром. Я был металлургом, был промышленником всю жизнь. И поэтому нужно ставить только того человека, который имеет безусловную репутацию и который также будет восприниматься нашими международными партнерами. Дякую, Сергей.